Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет светильник из коллекции Lumix от производителя NB-Light. В коллекции предлагаются люстры на разное количество плафонов, при этом они разной формы. Также есть еще настольная лампа и торшер. Светильник полностью из металла, черный матовый цвет. Рожок у всех моделей коллекции гибкий по всей длине, то есть можно будет поток света направлять в любую сторону. Общая длина рожка вместе с плафоном 60 сантиметров. Патрон здесь E27 из термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 60 ватт. Лампочка приобретается отдельно. Я установил LED-лампу потреблением 6 ватт, а выдает такая около 50. Включенным выглядит он вот так. Поток света здесь хороший, яркий, и этому здесь абсолютно все способствует. То есть плафон такого довольно большого диаметра, то есть свет хорошо широко рассеивается, плюс он внутри белого цвета, то есть сам свет он не поглощается поверхностью, а наоборот отражается и выходит в полном объеме. То есть такой светильник может приличную площадь осветить, это может быть и стол, или какая-то отдельная зона в комнате. Крепится он с помощью монтажной планки. Вот она, диаметр этой чаши 10 сантиметров. Выключателя на самом изделии нет, поэтому он должен быть выведен у вас отдельно на стене, так же как и для люстры. Либо можно, допустим, установить здесь веревочный выключатель или кнопочный. То есть технически это возможно. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.